чтобы собачки не убивали. Это пакетики брать с собой, когда гуляешь с собачкой. Берешь, да. Отрываешь и его собачкина. Короче, какашки собачкины убирать за собой. За ней, то есть. За собой. Пошли, Ева. Дальше. Кто это? Это мишка. Какой классный. Лапки поджал, сидит. Это шиншилла, Ева. Да. И вот ее цена. Да. Ой, ой, ничего себе, она как прыгает. Да. Слушай, они хорошенькие, оказывается. Они, наверное, кусаются. А смотри, один в одной клетке, другой в другой клетке. Где клетка? Еще а вот одна. Видишь, в другой сидит другой. Там. Не кушает. Он спит. А вон смотри, какие попугайчики. Ух ты! Видел? Да. Это читы. Читы? Да, читы. Как у Нади, да, читы? Да, как у Нади читы, это да. Это девочка моя, которая поет, да? Да. Ой, они заливаются. Там они играют. И разных цветов. Да, они играются там. И кушают. И кушают, да. А вот смотри. Они у них. Ева, смотри, кто. Кто это? Это игуана. Игуана? Это хамелеон. Да, хамелеон. Хамелеон. Да. Он меняет цвет. Да. А вот это вот ящерица игуаны, как ты правильно сказала. Да, игуана. Это я в мультике пропомнила, игуана. Зелененькая, коричневенькая, смотри, какая-то. Да, я вам покажу, друзья. Смотрите, сейчас я вам покажу игуану. Сейчас, подождите. Игуана. Вот игуана. Игуана? Угу. А еще вам покажу песенку, как он поет. Молодец. Ой, это кто такие? Фу, как червяки. Да, фу. А он тут хорошенький. Расцветка-то так неплохая, но кто это, не могу понять. Леопардовый, бэби леопард. Ой, смотрите, Гекко. Они там Гекко. Плавают. Ой, смотри, кто. Дракон. Это не дракон. Вот, смотри. Где? Сейчас я покажу. Не вижу. Такие классные. У них там вон температура определенная. Ой, смотри, как ест. Такой смешной. Я сейчас упаду, такая рожа. Смотри, это их время. Это не время, это какая температура, чтобы у них поддерживалась нужная. Такой смотрит в камеру и ест. Да. Ничего себе, у них рот с полголовы. А там какая-то, не знаю, букашка. Здесь я вообще не вижу, кто. А, это змея. Я не вижу змею. Она там спряталась за камнем. Где она, змея? А это эти, видишь, ракушки какие. Но это искусственная, а там вот она настоящая, что ли, или настоящая, не могу понять. Не могут бы же быть такие разукрашенные. Вон она сама сидит, наверное, в норке там, а это все игрушки. $8. Такой неподвижный. Смотри. Еще к твоему пальчику лезет. Да, да, да. Покрасовался на камеру. А смотри, какая черепашка, Ева. Она кушает. А вот смотри, еще какие птицы. Смотри, что она делает. Что она делает? Он такой красивый. Она там и зеленый, и желтый, и красные цвета, и серенький. Ой, красавчик. Да. Да. Мне нравится. У него есть лисенка. И что он делает? Он кушает. Да, он, видишь, семечку. Ой, как лапкой берет.
Да. Классно так. Рукой придерживает, да, лапкой придерживает и кушает семечку. Да, и кушает, как рюка. Пап. Такие красивенькие. Наши-то по сравнению с ними гиганты. Ой, она застряла. Застряла? Да. Вон, как им хорошо все сделали, это домики, деревья. Какие рыбки хорошенькие. Она застряла. Она тут застряла. Посмотри, какие красненькие, Ева. Вижу. Вон какие. Мордочки у них, губки какие. Да. Да рыбка, как у нас. Да, конечно, у нас раз в 50 больше. У нас большая. Конечно, у нас большая. Какая детка? Детка. Родилась, наверное. Вон три полосатые рыбки. Как матрас. Да. Как матрас. Ты таких матрасов, Ева, не помнишь, полосатых. Да. Ты не видела их ни разу. Их зовут матрас. Да, их зовут матрас. Это папа из папиного маминого детства. Матрасы такие были. Ой, смотри, какие. Ой, смотри, какие губы. Ротик такой смешной, у нее неправильный прикус. Да. Такие смешные. Смотрите. Ой, смотри, какая пятнышко. Да, есть пятнышко. А эти рыбки вообще 29 центов стоят. Хотя они покрупнее, но тоже красивые. Там где-то одна так, Немо. Так, блестят, переливаются аж. Ой, смотри, папа. Это дочери, которые. Ты думаешь, это папа? Да, папа рыба. Папа рыбок? Ничего себе у него детей. А, Ева, Ева, смотри, какая, ой, какая хорошенькая, смотри. Где? Чего? Вот. Вижу. Это детка тоже. Разноцветная. Да, это детка. Детка? Да. А вот, детка. Наверное, она $3 стоит, да? Да. Ой-ой-ой, смотри, смотри, смотри. Чего? Глаза какие. Да. Это тут поставили, будут менять воду, наверное. А это какие растения можно? А, нет, это кто-то ползает там. Это смотри, какой фильтр. Это не фильтр, это сколько температура какая. А смотри, эти Немо, Немо. Да, Немо. Это Мария, это Немо, а это мама. $20 вот стоит. Вот смотри, вот желтый Немо. Ага, такие хорошенькие. Они хорошие. Они, смотри, желтенькие, а есть оранжевые. Да. Они бывают желтые, оранжевые. Вот это папа, это мама, это... Черно-желтые папа. Тоже, какие красавцы. Ой. Вот чудеса, да? Да. Творения какие. Вот смотри, на мама. Земле 3,50. Ой, детка. Ой. Чипки, детки. Потом купим еще рыбок, да? Да. Когда-нибудь. А то, если мы сейчас купим, то те рыбки сожрут этих рыбок. Нам же этого не хочется, да? Смотри, какая красивая. Где? Одна краше другой. Вот большая, которая, смотри, вот эта. И вот это тоже. Они две рыбки такие. $13. Мама, папа и детки их. Да, что-то детки-то не похожи на маму, папу. Да. Ой, какие. Кушают тоже. Сейчас время обеда, видимо, у них у всех. Или у них всегда время обеда. Вон белая какая мышка. Она на этом колесе сидит. Да. Смотри-ка, она крутит колесо. Да, крутит. Мышка. Да, крутит, она бежит. Да. Смотрите, друзья, там эти шарики. Это для кошек тоже. Смотрите. Это мышка для кошки, да? Да. Игрушка мышка. Такая. Да, мышка. Ее можно держать за хвостик. А вот кошечкам точить когти, они, чтобы мебель не драли. Нет, друзья. Это же игрушка для кошечки, да? Да. Она такая мягкая.
А тут украшение для кошечек. Это просто надевается на ободок. Такие вот штуковины. Наряды, да? Да, смотри. Что это за штучка, мам? Что такое поводочек?